Всем привет, доброе утро. Сегодня вербная неделя. Я сегодня ранняя птичка, уже сбегала в церковь, мотнулась с машиной, с соседкой, с Лилей с утра пораньше. Ну, это в прошлом видео было. Вот, прибежала, еще забежала на рынок, купила щавля. Еще в магазине докупила продукты и сейчас готовлю. Готовлю кушать. Значит, оладьи у меня тут с яблоками. Сейчас ставлю курицу в духовку. Такой фронт работы у меня уже сделан сегодня. Мариновалась, ножки мариновались всю ночь. Я вечером вчера их замариновала и оставила на ночь. И сейчас они у меня будут тушиться. Здесь у меня бульон, наборщик. На курином бульоне готовлю. Вот. Погода очень не айс, даже когда в церкви были, такая была, как крупа моросила, прям как не снег, не знаю, такое, крупушка такая. В общем, хочу понаготовить, и сегодня Сережа с Назаром хотят в эпицентр поехать поменять у Назара люстру. Он там какую-то хочет на дистанционке. С разными режимами. Вот. И надо мотнуться. Аня звонила тоже. Может, с ними еще встретимся сегодня, с Аней, с Лешей. В общем, такие планы. Заканчиваю оладьи жарить. Такая гора получилась. Сережка картошку чистит, мне помогает. Тут уже у меня тоже тушится. Сейчас уже можно борщ варить. Я смотрю, уже готова нога. Четвертка. Я сейчас ее вытащу. Чисто мяско подбираю, кину. И, в принципе, еще салат. Пюре сейчас поставлю. И салат с ней капусты. Вроде бы все. Так, отчет видео. Борщ готов. Капусту нарезала синюю на салат. Сейчас туда кукурузу добавлю. Сейчас я ее перемяла немножко. Постоит с солью и сахаром. Сейчас туда кукурузу, майонезик. И пюре осталось сейчас потолочь. И готово. Тут у меня курочка тоже готова. Ура! Едем в эпицентр. Назару сбрендилось это. Люстру поменять в комнате. Хочет на дистанционке ленивую, чтобы лежать, не вставать. Света все. Разленился уже, гать. А у меня пальцы синие вон какие от капусты. Кошмар. Я их отмывала. Это я уже отмыла, а то вообще были от синей капусты. Ужасно. И этот, и я знаю, вроде кислотой ничего не помогло мне. Даже немножко солнышко пробивается, но холодно капец просто. Одно радует, что так уже деревья это позацветали, так красивенько. Ой, вон вообще желтенькая красота. Выбирают мальчишки, а их же тут, мама дорогая. Как много. Ну что, может, проще спросить? LED RGB. Где тут есть LED RGB? Так спросить, давайте спросим. Нам просто тыкнут пальцем, какие есть варианты, да и все. Логично, понимаете, он такой яркий. Пультик сам? Да, да. А так все кнопочки, да. Боже, довольный. Тут разноцветная на пульте. Это вообще. Я такого Назара счастливого давно не видел. Просто из-за люстры. Это так хотелось. Это не такая люстра, не надо. Это уже игрушка буде граться, он ее заиграет просто. Он держит в руках и не отпускает. И сегодня уже. Сегодня уже хочет ее прямо поставить. С ума сойти. А то люстру выкидывать сразу тоже. Да. Уже такие убогие. Вот тут только у Вики еще более-менее. То там уже стаканы
такие себе. У меня будет на пульте. Ага. А у вас? Ой. Чувствую, как я спать начинаю хотеть. Начинаю тупнуть. Не выспалась, вчера легла пол второго, а сегодня встала в 6. И уже натолклась на кухне. Ноги аж гудят. Не, нам дальше. На светофоре. Сейчас заедем к Ане с Лешей, проведаем. На 5 минут буквально. И все, и домой. Боже, постояли сколько мы? Минут 10 постояли с Аней и с Лешей. Да, где-то так. Замерзла просто, капец. Аж прямо это. Совсем не весна. Что это за холодный такой циклон к нам пришел? Ух. И ветер такой, да, прям пронизливый, холодный. Все, едем уже домой. Назар уже, бедняга, уже не терпится ему. Сейчас будешь пыхтеть, но вешать ему ту планку. Будешь помогать папе. Там надо ту снять, паутину. Я не знаю, я думала, может, стереть обои те с потолка, чи уже когда доберемся. Оно снимается в два счета. Да, если что, потом снимем, да и все. Ну, хорошо. Там у нас, кстати, потолок у Назара не идеально чем? Он же у нас полностью смыт. Там обои поклеены на потолке, мы когда делали давно, много лет назад. То можно просто содрать обои, потолок потом покрасить и все. Можем и так. Правда? Он у него там ровненький, нормальный. В общем, едем вешать люстру. Главное, у меня кушать наготовлено. Спать хочу уже теперь. Начинаю вот это вот все размякать. Энергия закончилась. Да нет. Да холодно. По теплу сходить. Там у нас зоопарк уже это. Там этот же есть у нас. Как он называется? Где эти динозавры? Динопарк или как? Не знаю. Ну, новый вот это же. Где-то тут. Я не была там. Едем домой. Аквапарк. Ну, аквапарки ближайшие в Броварах, там бомбят, по-любому все закрыто сейчас. Сейчас ну, точно это... не до аквапарков. Сейчас никому не до аквапарков, действительно. Не, это понятно. Ой, ладно. Да. Да, она больше, чем вот эта в кухне. Видно сразу, да? Гораздо больше, да. Так, я по коробке сказала, эта коробка мне казалась такая же. Вот эта коробка. Ну да, вот пульт, как пользоваться им. Угу. Ну да, может и да. Давай, Сима, смотрим. Даже лифт есть. Мне кажется, она великовата, Назар, на твою комнату. Может, ее на кухне поставить? Да гуляй. Тебе это просто... Или в зал. Конечно. Да ладно, что будет у меня тогда? Ой, все, пошли мужики устанавливать, я потом рассмотрим. Симулечка, ты тут, а ты как тут, а, да? Боже, подожди. Не фокусируется на лампе. О, а ну давай. То есть розетку уже можно и не выключать, да? Да, вот это просто обычный. Так. Так холоднее. Ага. Делается максимально холодный свет. Вот так делается максимально теплый свет. Я извиняюсь. Это ага. Так обычно. Я поняла, надо вот эта кнопка обычно включать, если ты теплый и холодный делаешь. А, понял. Ага. Вот так, вот нет. Да, вот так очень ярко. Вот так менее ярко делается. О, вообще. Вот так опять на кнопку нажимаем, опять обычно. Ага. Дальше, что у нас еще есть? Цвета. Вот это ночник. Ночник, да. Переключатель холодный. Ой, цвета. Вот так вот. Ага. Потом мы выключаем обычный, включаем цветное. Ага. Зеленый, какой он, бирюзовый, вот какой-то, так, а, синий. Меняется. Да, вот сейчас меняется.
Угу. Вот так меняются цвета. Угу. А на камере все равно белая лампа, только вокруг видно, что цвет другой. А живьем получается. А, любой, да, меняется. Да, да, реально. Видишь? Зеленый. Они плавно меняются. Ага. А вот так быстро. Вручную. Ну, вручную, да. Ага. Ставишь, ага. Класс. И это все еще можно там ярче. Потом можно запомнить, допустим, я поставила запомнить вот этот цвет. Я одну кнопку нажимаю, и на него вернется в любой момент, когда бы я не была там, допустим, если сделать даже вот так, я нажимаю вот это, и оно возвращается. Ну, вы быстро кнопка, разобрались. Вторая кнопка та, что тоже запоминает, вот этот цвет, допустим, и тоже я могу любой включать, иначе она вот будет. Хочу то, что мой любимый. Вот Ну, прикольно. Все, да, прикольно. Поздравляем, Назар, тебя с новой лампой. Я уже успела заснуть. Потом сирена меня разбудила. Воздушная тревога. Мы ушли. Наше укрытие. Вернулись. И буду кушать. Надо эту кашу доедать с мясом. Вчерашнюю. Чего за вчерашнюю? Вот так вот у нас дела стоят. Да, Симочка? Ты ж только что ела, уже на столе, гля. Только что съела, жопа ты. Ты ж только хрумстела у себя там в тарелках. Чудное ты чудо. Перемыть осталось мне на ночь гору посуды, и можно ложиться спать. Так что, говорю всем пока. Как меня плохо видно. Ладно, дам ему посуду, а вам говорю всем пока. Все, до завтра. Еще раз с праздничком, с вербной неделей. Хай у всіх все буде добре і мирного неба над головою все. Слава Україні!